Коломойский прямым текстом сказал, что самолеты перепутали. И об этом знает весь мир. Именно поэтому не дают ходу этому делу. Он прямым текстом сказал, кто уж там стоял за этим, а догадайтесь, да, как говорят в Ростове-на-Дону, а догадайтесь. Да, то есть, ну что сейчас на эту тему рассуждать? Просто взяли, в тупую укокошили там 200, сколько там было, я уж не помню точно, да, 200 с лишним человек просто, да, во имя чего? Ну, на войне, знаете, 200 человек это, в общем, ну, 200 человек всего лишь, да. Поэтому что сейчас на эту тему рассуждать? Понятно, что никакого честного расследования не будет. Понятно, что все все прекрасно знают и понимают, и общественность это все уже прекрасно знает и понимает. Кто был целью, кто был мишенью. Все это прекрасно знают. Рассуждать на тему морали, нравственности глупо. Не будет никакого расследования. Будет продолжаться эта информационная война, пока главы двух государств не договорятся, и эта война в одночасье прекратится, и начнется совершенно другая история, новая страница во взаимоотношениях. Понимаете? Зачем об этом сейчас говорить? Я даже вот не вижу смысла в этом разговоре, честно могу сказать, потому что не будет никакого расследования. Все знают прекрасно, кто кого укокошил, но это была ошибка.